Здравствуйте, друзья! Во-первых, хочу поблагодарить еще раз всех, кто оставил отзывы о моей крайней работе. Большое всем спасибо. Вот, и как бы не будем тянуть кота за одно место. И сегодня я хочу предложить вам очередной набор моделей для следующей стройки. Значит, тема стройки будут самоходные артиллерийские установки. Итак, под номером 1 французская артиллерийская установка АУФ-1, та 155-миллиметровая, вот, от компании МЕНГ в 35-м масштабе. Так, каталожный номер ТС-024. Под номером 2, опять же, фирма МЕНГ, но уже представитель китайских вооруженных сил. Опять же, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка ПЛЗ-05. Так, номер по каталогу ТС-022. Вот, к сожалению, коробки большие и практически вот еле-еле вмещается в кадр. Так, дальше идем. Под номером 3 американская самоходка Паладин М109А6 от компании Италери, тоже в 35-м масштабе. Каталожный номер 372. И под номером 4, опять же, фирма МЕНГ, немецкая гаубица, также в 35-м масштабе, каталожный номер ТС-019, панцерхаубица 2000. Вот, друзья, такие модели, как обычно. Будет размещена видео-голосовалка, прошу пользоваться ей, но у кого не получится, оставляйте свои комментарии под видео, свой голос в комментарии под видео. Вот. Единственное, что лайки под комментарием в этот раз я учитывать не буду, то есть только то, что было на голосовании к видео, либо в комментариях. Ну, в принципе, вот все. Делайте свой выбор, друзья. И до новой стройки. Всем пока!